Шинник одержал самую крупную победу в сезоне. В Нижнем Новгороде черно-синие разгромили «Волгу» 5-1. В команде Побегалова героем матча стал форвард Сергей Самодин. Он отгрузил ворот соперника 3 мяча. Этот хет-трик сделал Самодина лучшим бомбардиром первого дивизиона. На его счету 9 голов. Еще один в «Волге» забил нападающий Иван Подоляк. Автогол записан на счет защитника нижегородцев Андрея Прошина. А мяч престижа за «Волгу» у Артура Минасяна. Но он не спас команду Андрея Талалаева от разгрома. Шинник взял полновесные 3 очка, поднялся в первенстве России на 7 место и реабилитировался перед болельщиками за крупное поражение в Кубке страны. Сегодня выиграла команда, потому что ребята к тем серьезным тактическим нюансам отнеслись очень правильно. Все сделали. Ну, идеально, вы знаете, игры не бывает. С той стороны тоже квалифицированный соперник. Все сделали правильно и добавили после 2 забитых мячей хорошего куража. Отсюда и получился такой результат.